Здравствуйте, друзья! Сегодня воскресенье, 9 августа. У леса стоит куча машин. И вот я только зашел в лес, уже вот такой вот гриб. То есть люди съехались не зря. Грибов должно быть много. Но сейчас посмотрим. Да, ребятки, погода благоприятствует. Быстро все в лес, у кого есть возможность, грибочки собирать. Прям грибов реально много. Вообще, ребята, у нас лес, я вам покажу, как он выглядит. Он весь заросший, весь в траве. По нему, конечно, гулять не очень круто, потому что ноги переломать можно. Видите, никаких вам тропок. Но зато тут народу не так много ходит. И грибов достаточно. То есть, чтобы вы понимали, где я гуляю, по какому лесу. Тут вот канавки всякие есть. У канава грибов всегда много растет. Вот. Такой вот лесочек у нас. Зрелый дождевичок. Сейчас мы его хлопнем, как в детстве. Вон сколько у него спор сразу вылетело. Так. Это уже сгнила легенькая сыроежечка. Это вот крепенькая. Так. Здесь это что у нас? Наверное, подберезовик. Так, на пне, ребят, какой-то гриб растет. Но на пнях, наверное, подберезовики вряд ли растут. Ну да, это было бы круто. Чересчур. Сыроежка. Вон грибочек красивый очень, я вижу. Сейчас увеличу. О, какой красавец. Сейчас подойдем к нему. О, красавелла, да? Беленький. Так. Ну, это походу не супер грибы. Не буду я к ним подходить. Ну-ка. Ну да, не похоже это на хороший гриб. Это вот, друзья, так называемые свинухи. Их раньше собирали, ели, жарили, но, как выяснилось, в них какой-то яд есть. Он накапливается организмом, их даже черви не жрут. Такой крепкий грибок, но такие сейчас не собирают, я не рекомендую их брать. Да, тоже свинуха. Это вот еще ничего, такие грибочки съедобные. Но сегодня мы охотимся за красненькими и беленькими. Так, вот красненький растет. Красавелла. Ай.
Так. Ой. И вот ходишь по лесочку и собираешь белые грибочки. Вот такие вот, как этот. Вот видите, растет. О, красавчик какой. Вот еще белый грибочек вижу. Сейчас приближусь к нему. Вот красавчик. Вот такой вот красавчик. О, какой хорошенький. Ну вот как их не собирать такие, да? Красавец ведь, согласитесь. А вот эти вот подберезовички местные жители почему-то называют абабками. Они такие светленькие. Здесь вот именно такие подберезовики растут. Их очень много всегда. Такая ножка тоненькая. Вот. Почему абабки, не знаю. Ну, вот такое вот у них местное название. Вон там он еще растет. Ну, вот лес у нас такой. Идеальный гриб. Вон, ребята, какие переростки грибы беленькие. Видите, какой огромный. Больше, чем моя ладонь. Представляете, какой гриб? Ну, конечно, наверное, сгнил. Но, блин, какой огромный гриб, да? Вот такие вот грибы. Вон еще один там грибочек. Такой же. Вот я его порезал. Смотрите, ножка чистенькая. Большой. Ну, красота же, да? Просто прелесть. Какие грибочки, да, господа? Какие грибочки. Вот это да. Вот это вот грибок. Но он так себе, кстати. Второй грибочек. Этот вот, наверное, хорошенький будет. Да, этот вот хорошенький. Прям чувствую.
Вот, друзья, настоящий боровик. В моем понятии. Вот так вот он должен выглядеть. Вот такой вот здоровый. Вот такой вот красивый. Вот это вот гриб. И чистенький. Вот маленький хорошенький грибочек. Ну как маленький? Просто по сравнению вон с тем вот. Вон с тем вот, ребята, грибком. Он реально маленький. Это, нет, это, ребята, пышка уже созрела. Дождевики уже созрели, которые я вам беленькие в прошлый раз показывал. Так. Под березовичек, кажись. В корзину его. Сыроежки там растут. Так, пойдем дальше. Так, дальше мы пошли не зря. Нашли три беленьких гриба. Вот раз, два и три. О, даже четыре. Вот это вот грибочки. Вот красавчики. Что-то я назад оглянулся, вот на эту вот сыроегу. А там мне показалось дальше тоже хорошенький грибок. Ну-ка, ну-ка. Не, ребят, обманулся. Это дождевичок. Ничего, бывает. Идем дальше. Ребят, просто показать вам, какие огромные свинухи здесь растут. Как народ их брать перестал. Больше, чем моя ладонь гриб. Ну не больше, но так. Не очень маленький. Вот он действительно настоящий сезон грибов. Поскольку появились самые главные хозяева леса, это мухоморчики. Я их не буду трогать. Такие вот красавчики. Мухоморчики. Оранжевый. Красненький. Ну и эти, как обычно, которые будущие дождевики, еще зреют. Так, ребята, извините, но это я не могу не снять. Это ж просто красавец. А кстати, не зря я к нему подошел. Опа! Вот вам и мухоморчик.
А без этого красавца я бы их и не увидел. В общем, друзья, грибов много в лесу, они есть. Вот тут белые кто-то срезал. Вот, видите? Или сбил я его даже, шел случайно. Так что в лес идти точно стоит. Хоть и грибников много, но грибов, по-моему, на всех хватит. Так, ну этот, по-моему, кстати, червивый гриб, к сожалению. Сейчас я его посмотрю, почищу. Так. Это, наверное, пушеки. Дождевики, то бишь. Ну да. А так издали симпатично смотрелись. Угу. Так. Вот под березовика красавца вижу. Прям такой красивенький. Коричневый. Чистенький. Вон еще один растет. Береза сломалась ветром, упала. А гриб остался. А это что? А не, это дождевик второй. Так, пада, синовички вижу. Вот они, красненькие красавцы. Вот, ребята, видно, что только расти грибочки стали. Еще такие маленькие, приятненькие. Мухоморчик опять. Красавчик такой. Так, идем в дебрях леса, вон там, вот куча грибочков, опа, еще красненькие, этот уже побольше такой подосиновик. Так, вот. Малипусик. Так. О, совсем малипусик. Так, поднимаемся на горочку. Тут, ребята, вообще будущие подосиновики растут. О, какие маленькие.
Так. Ну, это свинушка, наверное. Ага. Свинушечки. Это вот хороший грибочек. Вот осинка. А вот гриб под осинкой. Мне вот кажется, я корзинку маленькую сегодня взял, ребят. А вот березка. Вот гриб под березкой. Это белый, видимо. Такой вот погрызанный. Вот у нас в траве грибочки притулились. Подберезовик. И второй подберезовик. Ребят, чуть не ушел. А тут вот тоже гриб. Его почти не видно. Вот гриб, ребята, разломал, червивый. Да и большой, в корзине места много займет, а места уже мало для грибов. Так как грибов много, пока рвал, смотрю, еще два грибочка растет получше. Вот. И еще вот здесь вот. Знаете, хоть не такие здоровые. Там вот грибочек растет, идем к нему. Так. Вот. Это получше. Там вон, я вижу, еще один грибочек растет. Вон. Беленький красавчик. Вон еще один беленький растет. И куча подосиновиков. Прям их реально много. Еще пакетик вот таких вот небольших подосиновичков насобирал. Еще вот такой вот пакет огромный белых грибов. Тут и грибы, конечно, такие. Буду чистить, но вот я в лесу чистил их, они вот, конечно, так. Надо смотреть. Вроде как и чистенькие ножки. Шляпки разрежу.
Может быть, большие выкинуть придется. Но вот такие вот уже должны быть более-менее нормальными. И еще дополнительно вот такой вот пакет белых грибов. В корзинку уже не помещались. В общем, в этот раз охота на грибы получилась очень удачной. Всем спасибо за внимание, кому было интересно. Всем пока, до новых встреч!